выступали на юридическом турнире три белоруса с якутскими корнями. Да. Андрей Бекренёв, Ариан Тютрин, Нюргун Скрябин. Да? Как оцените выступление? Оценим выступление. Ну, начнем с того, с Нюргуна Скрябина. Вы знаете, буквально недавно он выиграл гран-при. Александр Медведь здорово отборолся. Конечно, у нас были небольшие проблемки перед выездом. Почему я, вот, например, вам даю интервью? Потому что у нас многие в команде болеют перед сборами. Но есть свои нюансы, есть свои моменты. Поэтому, ну, это одно из вариантов, что это повлияло на выступление. Ну и, конечно же, есть адаптация плюс часовой пояс. Ну, Нюргуна Владимировича мы верим. Будем готовиться, будем надеяться, что он возьмет все-таки олимпийскую лицензию и будет дальше бороться. Что касается Андрея Дмитриевича Бекренева, парень ему поиграл неплохому, который в конце стал бронзовым, но по борьбе вы видели, что он его хорошо выигрывал, как-то получилось, что может быть чуть-чуть акклиматизация, может быть чуть-чуть то, что он сказал, что он до этого переболел. Я думаю, что вот это факторы, что почему такое выступление. Но на Андрея мы рассчитываем. Впереди у нас буквально через 2 недели чемпионат Европы. После этого старта, я думаю, буквально завтра мы заезжаем на Олимпийскую базу Стаки на сборы и будем объявлять состав. Андрей Бекренёв является одним из кандидатов поездки на чемпионат Европы. Что касается Тютрина Ариана Иннокентьевича, то это боец, вы сами все видели. Программу он выполнил полгода без соревновательной практики. Плюс 3 месяца он вообще не тренировался, была травма ребра, мы его берегли. И здесь он достойно выступил. На сегодняшний день он выступил достойно, провел 5 поединков. Зауром Угуевым, конечно, там был счет 2-1. Как нам объясняли новые правила, я тактически не должен был этот кубик кидать, но спортсмен попросил, потому что там обоюдный выход был, а так был бы счет 2-1, и еще Ариан оставался. Но я считаю, что после полугодичного перерыва Ариан выступил достойно, и, конечно же, он борец номер один в сборной Белоруссии. Сейчас будем тоже сидеть, разбирать, анализировать схватки. Может быть, даже будет такой вариант, что чтобы пробороться, мы ему дадим чемпионат Европы. Это как один из вариантов, чтобы перед лицензионным турниром он набрал боевые схватки. То, что он 5 схваток проборолся, ему еще не хватает еще одни соревнования.